Добрый день, дорогие садоводы! В сегодняшней аудиостатье поговорим о том, почему нельзя держать папоротник дома. Папоротник относят к мистическим растениям. Принося его в дом или получая в подарок, необходимо понять, можно ли вообще держать дома папоротник. Почему нельзя держать дома папоротник? Каждый цветок обладает конкретными свойствами, неся заряд энергии в дом. На бытовом уровне растения для домашних условий подбираются, исходя из нескольких пунктов. Наличие или отсутствие аллергии на растения, ядовитое или нет, истончаемый аромат, микроклимат в помещении, способ ухода за цветком. Определив по пунктам, подходит ли то или иное растение для домашнего содержания, можно делать субъективный выбор из списка подходящих цветов. Допустим, что папоротник подошел для домашнего содержания, но древние истории и сказания о мистической, даже дьявольской силе папоротника заставляют сомневаться. Некоторые виды папоротниковых растений относятся к группе ядовитых, но есть и те, которые вполне безопасны для здоровья и даже действуют во благо, очищают воздух, впитывают последствия работы приборов. История папоротника. Почему считается, что его нельзя держать дома? По преданию, папоротник считается мистическим растением. В ночь на Ивана Купала наши предки искали таинственный цветок папоротника в лесу. В чем же заключается мистика? Как известно, папоротник не цветет. Его месторасположение – болото, темные густые леса. Смельчаки, отправившиеся ночью в такие места, зачастую терялись. Сопряжение с высшими или низшими силами создало в мозгу страшные картинки, отчего происходило нервное перенапряжение. Не то, что все поголовно сходили с ума, просто сильно пугались. Папоротник полностью отражает специфику давних сказаний и принадлежность к тем местам, где растет. Из-за своих листьев, особенностей его внешнего вида и также тех историй, которые мы помним. Условия содержания папоротника. Частичное или полное отсутствие освещения. Обильное увлажнение почвы. Повышенная влажность воздуха. Своевременные подкормки. Так почему же нельзя держать папоротник дома? Дома держать папоротник можно не суеверным людям. Растение прекрасно вписывается во многие дизайнерские решения, подходит для озеленения террасы, закрытых участков дома, создания композиции с уклоном в естественность и первобытность. Почему папоротник не содержит дома? Папоротниковые растения источает специфический запах, который при продолжительном поступлении в воздух может вызывать головокружение, сильные головные боли, аллергию или бессонницу. Мнительным и суеверным людям также противопоказано держать папоротник дома. Это обусловлено психосоматическими последствиями. Попросту мы сами себе придумываем, доведя до крайности, и заболеваем, внушая, что виной всему демоническое растение. Размещать или нет папоротник дома – решение каждого цветовода. Лишь индивидуальные предпочтения способны подтолкнуть вас к выбору цветка или отказу от его содержания. Если папоротник и его сородичи, то и дело вас притягивает. Не отказывайтесь от украшения жилья экстравагантным, необычным цветком. А друзьям и гостям шутите, что каждую ночь на Ивана Купала созерцаете неописуемую красоту цветка папоротника. Им это точно понравится. Ставьте лайки под видео и подписывайтесь на наш канал. Мы регулярно выставляем интересные статьи.